Всем привет! Обожаю молодые и неизвестные у нас компании. Вот как было для меня с Мезе. Дали на тест наушники, о которых я вообще никогда ничего не слышал. И тут бац, одни из лучших наушников лично для меня. То же самое с Mastering Dynamic. Молодые, красивые и безумно музыкальные. Но, зараза, совсем не дешевые. Встречаем MW60 и MH40. Master & Dynamic MH40 комплектуется чехлом для аксессуаров, внутри которого лежат два кабеля мини-джек, один классический, второй с микрофоном для мобильных устройств. Также имеется переходник на 6,3 мм. С Master & Dynamic MW60 ситуация по комплектации схожа, но вместо кабеля для смартфонов здесь USB для зарядки. Кожа, металл и идеальная сборка. Именно так можно охарактеризовать наушники Master & Dynamic. Обе модели смотрятся просто эталонно и сразу кричат всем своим видом о своей немалой цене. Проводные MH40 в своей конструкции имеют больше металла за счет открытого форм-фактора. Оголовье обтянуто кожей, ровно как и амбушюры. И здесь очень похоже на реальную кожу, а не на кожзам. Кабели обтянуты тканевой оплеткой и сделаны с душой. На голове очень круто выглядят. Master & Dynamic MW60 имеет складную конструкцию, что отлично сказывается на транспортировке. Модель очень удобная, даже несмотря на то, что их вес отмечен на 345 граммах. Можно часами прослушивать музыку без каких-либо неудобств. Оголовья амбушюры мягкие, а последние, к слову, еще и с легкостью снимаются, так что проблем при замене не будет. Кнопки управления расположены на чашах очень удобны, привыкать к ним вы будете недолго. Master & Dynamic MH40 будут чуть тяжелее, 360 грамм, и при этом модель не складывается, является проводной. Да, наушнички вполне подойдут и для прослушивания на улице, но лично я бы рекомендовал их чисто для домашнего использования. Да, и открытая конструкция в полной мере не даст насладиться звучанием. Начнем с младших и проводных MH40, но которые по звуку явно не младшие. Саунд очень чистый, вот прямо как Красное море в Египте. Плывешь и видишь кораллы и рыбок. Тут то же самое. Слушаешь и различаешь абсолютно каждый инструмент в море звуков. Круто, очень круто. Замечательно звучит трип-хоп, эмбиент, хип-хоп. Хотя что-то я тут развел балаган. Все круто играет. Недавний новый трек от The Neighborhood, Scary Love, просто взрывает воображение своей прекрасностью. Короче, это если не лучшее, то одни из лучших ушей в своем классе, что мне доводилось слышать за последнее время. По MW60 сложилось немного другое впечатление. Здесь звук слегка наклонен в сторону низких частот и, как мне показалось, не так проработаны средние и высокие. В остальном наушники хороши в своем классе, но у них просто уйма конкурентов. Parrot Zig 3, Sennheiser Momentum Wireless, Banggood Olufsen Bioplay H7 и так далее. И да, цена на некоторые даже ниже. Микрофон в обоих случаях работает неплохо, но действительно не хватает шумодава в особо громких местах. От батареи Master & Dynamic MW60 держит до 16 часов. Вполне неплохой результат. Если в двух словах, то перед нами очень добротные, удобные, круто собранные и прекрасно играющие наушники, которые имеют немного завышенный ценник. Сбросить стоимость каждой из моделей на 100 баксов и будет огонь. Хотя знаете, качественные вещи не могут дешево стоить. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока! Примерить, посмотреть и купить наушники вы всегда можете в одном из наших магазинов или на сайте Portative.ua.